любви эти люди не постоянны и предпочитают часто менять партнеров, чтобы не потерять собственную свободу. Владельцы этого имени рождены по числом 5 и управляются Меркурием. Иногда эти люди чувствуют, что находятся под чьим-то пристальным вниманием. Если владелец этого имени совершит дерзкий поступок, не думая о последствиях, то часто его ждет наказание. Также считается, что букве А в этом имени свойственно стремление всегда быть во всем первым. Увлекаясь чем-либо, человек может поддаться на глупый риск. Этому человеку трудно подниматься по служебной лестнице, и поэтому он порой ищет возможность реализоваться в свободном творчестве. Романтики по натуре, они длительное время не могут найти подходящего партнера, который обладал бы таким же бесхитростным характером. Буква Е в этом имени символизирует потребность самовыражения, в обмене идеями, а также дипломатические способности, проницательности и некоторой болтливости. В отношениях владельца имени проявляет инициативу и очень часто собственнически относится к партнеру, считая себя единственным спасителем. Буква Р наделяет их оптимизмом, поэтому при неудачах они не падают духом и готовы к новым совершениям. Бывает, что это люди слишком мягкие и могут спокойно относиться к критике. Внешне человек показывает практичность как ширма для сокрытия романтической мягкой натуры. И тонкая духовность, чувствительность, доброта, миролюбие. В любви часто капризны и нуждаются в человеке, способном управлять отношениями и принимать противоречивый характер партнера. Звук М в имени воспринимается окружающими положительно. Обладатели имени трудолюбивы и упорны, но в чувствах редко способны на нежность и внимание, проявляют лидерские качества и не нацелены на достижение результата. Активизирует воображение. Склонность к ранней амурной жизни, которая не кончается никогда, но при этом наделяет постоянством и душевным романтизмом носителя имени. Если присутствует первая буква алфавита в этом имени, то оно постоянно будет стремиться к физическому и духовному равновесию. Дружба и деловое партнерство для носителя этого имени зачастую одно и то же. Кроме того, звук Е придает обаяние и простоту. Буква Д в этом имени не со всеми звуками удачно сочетается и вызывает в сознании настороженность, что приводит к сложностям во взаимоотношениях. И значение буквы придает человеку, в имени которого присутствует эта буква, утонченность, романтичность, сентиментальность. Максимально счастливыми цветами для владельцев этого имени является белый цвет, все оттенки светло-серого. Богатство внутреннего мира позволяет этим людям вести яркий и красочный образ жизни, на первый взгляд незаметный окружению. Если владелец этого имени неуважительно относится к природе, то он вредит самому себе и за все проделки будет наказан. Лучше быть заботливым. Человек с буквой У в имени аккуратен и педантичен, расчетлив и бережлив. Некоторая расчетливость, присущая владельцам этого имени, компенсируется стремлением к духовному общению. Часто эти люди уходят в богослужение, но без фанатизма. Люди, имеющие букву З в имени, чем-то похожи на бензопилу. Из-за острого представления имени, но не стоит думать, что под этим именем скрывается сварливость и вечное недовольство. Они также зачастую довольно мягкие, но иногда за этой мягкостью скрывается внутренняя угроза и жестокость. Буква Л в этом имени придает личности артистизм, богатую фантазию, литературные способности. Обладатель имени иногда бывает бестактен, легко идет на конфликт. У обладателя согласной Л в имени тяга к телесному комфорту может отодвинуть в тень все другие виды душевных порывов. Буква Л в этом имени придает личности артистизм, богатую фантазию, литературные способности. Буква У говорит человеку, что не все стоит делать так, достоянием общественности. Владельцы этого имени будут проявлять во всем инициативу и не любят рутину. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.